Аварии на теплотрассах во Фрунзенском продолжатся до тех пор, пока теплосети и ГУБТЭК не получат деньги на капитальный ремонт. Чиновники районной администрации просят помощи у города. Только за ноябрь в районе произошло более сотни аварий. В последний раз дефекты трубопровода дали о себе знать на улице Турку-9, Пражской 20, на Белградской возле Яблоневого сада и у дома 84 по Будапештской улице. Специалисты говорят, что по сравнению с прошлым годом прорывов не стало больше. Но вот количество отключенных из-за неисправных теплотрасс многоквартирных домов и социальных объектов выросло в разы. Теплосеть и ГУБТЭК нам сообщают о том, что из-за недостатка финансирования проведение капитальных ремонтов этих сетей невозможно. Получается, что латаем дыры, то есть ресурсоснабжающие организации латают дыры, выезжают на место аварии. Если мы посмотрим, то у нас в районе каждый день случаются большие аварии, ежедневно буквально. Прорывают в основном магистральные и внутриквартальные теплотрассы. Пока во Фрунзенском капитально отремонтировать удалось только два небольших участка. На Тамбовской улице заменили чуть больше километра труб и около 2 километров теплотрасс на проспекте Славы. Но чтобы все было нормально, объем работ нужно увеличить в 10 раз. Районные чиновники будут обращаться в Комитет по энергетике и к вице-губернаторам города с просьбой выделить средства на капремонт теплосетей.